Привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза, и сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Бравл Старс. И сегодня у меня на канале стартует новый проект, который называется «Три бойца». Я буду играть за трех бойцов, только за трех бойцов, и буду пытаться дойти до 3000 кубков, потом до 8000 кубков, потом вообще до 10000 кубков. И если мне получится, то это будет очень крутой успех. Но я хотя бы попытаюсь до 3000 добраться за трех бойцов. Будет очень сложно на каждом набить 1000 кубков. У меня пока что бойцов только два, это Шелли и Барли. Путь к славе не хочу брать вообще. То есть вы видите, да? Вообще не хочу брать путь к славе. Хочу из ящика выбить бойцов и после того копить ящики до тех пор, пока я не наберу 3000 кубков. Это будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а мы начинаем. У меня только доступен режим захват кристаллов. Я могу только на захвате кристаллов набить вот, в принципе, сундуки. Потому что путь к славе я не беру. И мы, в принципе, начинаем. Играю я за Шелли, Нита. Ну, в принципе, нормальная такая команда. Павший боец теряет кристаллы. Ну, я это знаю, мне тут обучалку не надо рассказывать. Я ж не новичок. Так, бам, пробили, значит, ультой здесь все. Ай, Примыч там хочет на меня напасть, в принципе, но у него это не получается, я вижу. Так, иди сюда. Ах ты, иди сюда, я тебя сейчас поймаю. Так, последний удар. Так, последний удар не получился, я вижу. То есть кристалл, есть много кристаллов. Так. У тебя много кристаллов. Я знаю. У меня много кристаллов. Так. Так. Вижу, там на меня уже все нападают. Все хотят мои кристаллики заполучить. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Меня тут лагает. Так. Так, ну хорошо, в принципе. Очень даже хорошо идем. Надеюсь, будет хорошо дойти до 3000. До 3 бойцов. Кстати, напишите максимальный ранг на бойца, какой вы получали. Будет интересно посмотреть. Я 21 максимально набирал, потому что на каждом я 15 набирал, хотел на всех по чуть-чуть. Так. Коко, давай я на тебе ульту набью. Ух ты, ёшкин-матрёшкин. Даром только потратил ульту. Сейчас Эльпримич еще будет нападать. Мы его сейчас вынесем на изичах. Заберем кристалл. Блин. Ночка меня колбасит из интернета. Все хорошо, в принципе. Нормас. Первая победа на этом аккаунте. Так. Хотел уже забрать путь к славе, но не надо торопиться. Еще на захват кристалла ведем. Будем качать, давайте, до 20 ранга, значит, Шелли. Потом до 20 ранга Барли. Это значит 1000 кубков. Потом еще до какого там? До 40-го или что, я не понимаю. Ну, точно не до 40-го, я надеюсь. 40-го это слишком. Это слишком. Ай-яй-яй. Ближники нападают. Хотелось бы мне какого-то ближника получить. Например, розу из редких. Было бы хорошо за нее играть. А, ну, в принципе, будет легко набрать, потому что я же не за двух бойцов играю. Первый, вот это вот моя цель, это 3000 кубков за трех бойцов. Если будет не получаться, не знаю, придется путь к славе брать и играть только на пути к славе. Так. Ниту там бьют вовсю, я вижу. Вау. Вау. Хорошо, Эльпримыч там. Ультой вынесли. Забираем. Значит,
И Сталики немножечко у меня джойстик багует. Ну и все, нормас. Нормас. Все, накаемся сюда. Ай. Эль Прима, не надо, не надо. Так, хорошо. 4, 3, 2, 1. Чего? Хотел, значит, поиграться с этим Эль Примычем. Что ты у меня поиграешься, Эль Примыч? Что ты у меня побудешь? В шкуре. Ай! Блин, ребята! Глупость какая, блин! Очень большая глупость. Ну, хотя бы откроем сундучочек. Блин. Реально, это просто глупость была полнейшая. Ох. Теперь я так играться не буду. Приму тупой завалил меня. Одна секунда оставалась. Бомбит просто. Просто бомбит. Тут все грибы, ребята. Так. Тихо. Там нас зачешели. Бам. Вынесли ульту. Нормас, нормас. Так. Кстати, режим мне, точнее, этот проект мне подсказали в комментариях. Я очень благодарен. Благодарочка. Кто именно, я не помню. Может быть, вставлю комментарий. Возможно, если не забуду. Но, надеюсь, я не забуду, в принципе. Так, Шелли, иди, иди, уйди. Филимся немножечко. Филимся, так, Поко. Поко это не очень хорошо. Так, хилься. Хилься, Шелли. Ну все, это победа, наверное. Может быть и нет. На тебе. Хочешь тоже ультой от моей получить по морде? По мордашке своей. Ну все, мы кость тут. О, боже мой. Все, все, 11 кристаллов, все у меня. Хорошо, в принципе. Буду здесь сидеть. Коль, ты иди нападай, не надо прятаться, как будто ты что-то играешь какую-то роль. Так, ну давайте, я лучший игрок, все такое. Ну, конечно, звездный игрок, это я. Это я. Так. 50 получили этих очков, значит. Еще, значит, ниту получили. Ну, пока что все идет легко. На начинающих кубков. В принципе, 3 шели. Нормас. Ультой всех будем выносить. Пока что все на изи. Не знаю, как пойдет дальше. Ой-ой-ой. Не надо было нападать. Блин. Так. Тихо. Так, вынесли. У меня 0 кристаллов? Чего? Чего? Надо это быстренько исправлять. Да блин, вообще. Забирают кристальчики. О! О! Это мне уже нравится. Тоже по моему духу. Идет, значит. Шелли с ультой. Кто хочет порцию пирожков? Ульты и нет! Не надо. Не надо так играться. Блин, нет, лагает просто жутко. Только не надо говорить, что я сейчас проиграю. Сколько своих тиммейтов тупых. Все, идите, берите, а то у меня джойстик не может идти из интернета.
почти здесь уже. Два, один, не бой. Все. Нормас. Еще третий ранг получаем на Шелли. Так, хорошо. Путь к славе сейчас набирать очень изи. Изи просто. Так, давайте выбьем сегодня какого-то нового бойца. Очень хочется мне. На ролик. Бау-бау-бау. Розу давайте. Роза это просто ван лав. Роза ван лав. Так. Или Прима. Хочу какого-то ближника. Не, ну розочка это прям топчик. Получше, чем Прима. Так. Зря ультанул опять автоатакой. Ух ты, куда все на меня валят? Не очень так-то удачно у вас. Получается. Три Шелли опять. Шелли прикольная боец, один из моих самых любимых. Точнее, он и есть мой самый любимый боец. Наверное, у каждого ранг самый высокий. Самый высокий на Шелли. Так. Забираем. Не надо. Тихо, сейчас выскочит. Опа, а я с ультой. Здравствуйте. Это мы не виделись. Ультой просто всех выносим на раз-два. И сейчас, смотрите, кто-то сейчас... Нет, нормас. Ну, кто-то сейчас пойдет. Кристаллики потеряет. Так. Хорошо, уже четвертый ранг на Шелли. Так, получаем еще 30 этих. И новый боец. Ну, ё-моё, нету нового бойца. Еще сейчас попробуем на... Побыстречку, точнее. Новый боец, пожалуйста. Так, интересно, нам может выпасть сразу сверхредкий? Как вы думаете? Или сразу какую-то легушку давайте, нет? Не может. Барли. Все берут редких. Путь к славе, а я только начинающим играю. Надо было тоже Барли взять. Ай-яй-яй. Ух ты, ёшкин. Тихо, мне нужно немножечко спрятаться, подхилиться. Тихо. Так, ну, в принципе, держимся. Нормальненько так бы. Так. Так. Бам-бам-бам, бам. Ай-яй-яй. Ну все, нормас. Прячемся. Тихо. Все, все кристаллы у меня. Здесь заныкаюсь. Тут вот видите, вот тут вот. Где, как это называется? Трюм? Или что это такое? Какие-то лежат сокровища, походу. В этой дыре. Ну, нормально, в принципе, сыграли. И опять я не лучший игрок почему-то. Так. Ну и давайте последнюю, в принципе, каточку сыграем. Последнюю катку. За Шелли. Вот. И пойдемте-ка. Бам-бам-бам. Так, Барли там у меня, значит, забирает мои кристаллики. Ну, понятно. Бам. Тихо. Немножечко
припрятаться здесь. Так, Асими густо. Бам, отпугнули немного. Есть контакт, давай, Барли, надо добить. Не успел, значит, Барли. Ультануть знатно. Почему? Нет, стойте. Что было такое? Нет, залагал, как всегда. Ничего из этого хорошего не получилось. Заберу этот кристаллик. На всяк пожарный. Ой-ой-ой. Все на изи, ребят. Ну, в принципе, все. На этом мы заканчиваем серию. В принципе, я рассказала про этот проект. Я на нем буду набивать кубасики, собирать сундучки. У меня теперь есть целых 3 проекта. Ну, точнее, 2 из них. Ну да, 3 можно считать. Это колесо фортуны, 1 сундук и 3 бойца. Ну все, ребят, с вами был я, Двут Розы. Всем удачи, счастья, добра. Ну и всем пока-пока.